Представляем вашему вниманию новое слово в защите экранов любых типов гаджетов, такие как смартфоны, планшеты, оптика различных устройств. Это защитная жидкость, которая основана на наноразработках, является новинкой этого года. Все те, у кого есть планшеты либо телефоны, знают, что такое наклеивать защитные пленки на экраны. То есть, прежде чем хоть как-то наклеить по-нормальному пленку, можно запороть несколько штук, и все равно останутся пузырики под пленкой, которые, в принципе, почти невозможно разгладить. А если оставить эти пузырики, то со временем там копится грязь, и такие появляются пятна некрасиво на дисплее экрана. Эта жидкость, в отличие от пленки, наносится на раз, два, три. Сейчас я вам покажу, как это делается достаточно легко и быстро. Значит, берем телефон. У нас в комплект входит вот такая жидкость. Дальше три салфетки. Они пронумерованы. Берем салфетку номер один. Достаем ее. И протираем очень чисто, чисто-чисто экран нашего телефона. Чтобы удалить все пятна различные от пальцев рук, жировые кето. Все, протерли. Дальше берем жидкость, наносим на дисплей телефона. Дальше берем вторую салфетку и протираем. Втираем жидкость в телефон. Так, хорошо, втираем и оставляем. Сейчас экран оставляем на 2-3 минуты, чтобы он подсох. Если вы не хотите ждать, можно высушить феном на расстоянии 70 сантиметров, но я лично подождал, и у нас все высохло. Берем третью салфетку, открываем и протираем уже до блеска. До блеска протираем экран телефона. Как вы видите, экран стал как новый. Итак, мы нанесли. То есть нам понадобилось, в принципе, около меньше минуты, чтобы нанести два слоя, чтобы вылить жидкость, протереть, и дольше ждали 3 минуты, то чтобы это высохло, и протереть вот тряпочкой. И сейчас у нас на телефоне есть защитный слой, который никак не влияет на работу телефона, то есть не тормозит его, еще что-то. То есть телефон работает достаточно быстро, шустро, как и должен работать. Покрытие это никаким образом не влияет на яркость экрана, на четкость экрана и не оставляет никаких следов. Итак, главная проблема пленок, они легко царапаются и приходится каждый раз менять пленку. Вот эта пленка с этого телефона, вот если мы будем водить по пленке канцелярским ножом, то вы слышите, как она царапается. Вот сейчас можете видеть эти царапины. Вот сейчас так будет лучше видно. Вот видите, наносится царапина. Это хорошая пленка, хорошего качества. Я покупал нож острый, как видите, оставляет следы. Сейчас берем телефон и начинаем водить. Никаких царапин не оставляю. Давайте наложим еще раз пленку на телефон, чтобы не сказали, что нет нажима. Вот, видите, идет царапание экрана. Сам экран не царапается, абсолютно не царапается.
Дальше защита. Этот слой защищает также от бактериальных загрязнений, защищает от грязи и защищает от влаги. Давайте пока как... Вот вы можете видеть, что вода просто соскользнула. Две капельки. То есть жидкость не задерживается на экране нисколько. Сейчас вы видите, как задерживается жидкость на пленке. И как она быстро уходит отсюда. Сейчас соберем все капельки. Оп, и уберем с экрана. Рекомендуем данную жидкость для защиты ваших гаджетов, ваших телефонов, смартфонов, ноутбуков. И, можно защищать также линзы очков, оптики, фотоаппарата, видеокамеры от царапин, от загрязнений, от пыли. Вот всего подходит к любым видам экранов.